День рождения. С днем рождения. Поздравляем маму с днем рождения. Очень, очень. Было все так вкусно на столе, чего только нет. Ну, еще вкусно. Да. Отбивные. Мы уже винегретик, салат грибочков. С трех часов тут угощаемся. Сладкое. Это Олег, говори, что это. Рахат лукум. Вот? Рахат лукум. Рахат лукум, муж каже. А дай крышечка. Это сушеная дыня. Сушеная дыня. Она очень вкусная. Это такие конфетки. Надо такие. Узнать, где оно. Розочки себе очень пахнут. Такой у нас тортик сегодня. Вас Юрий как хочешь фоткать. Да? Жалко, я забыла снять видео. Очень готовила. Это жаркое. Я поздно... Домашнее жаркое, да. Друзья, я не для съемки готовила. Мы с мужем вдвоем готовили, что смогли. И то муж всего накупил. Сейчас у нас пожары. Жар, нечем дышать. Вот мне у мужа мамы юбка. А вот вирус юбка есть? Сильно нравится. Слышишь? Я хочу, чтобы мама вирус мне подарила. Есть, а короны. Смотрите. Нету. Кого? Короны нету. Вирус есть. А вирус есть, а короны нету, можно говорить. Очень красивая юбка, такими большими розами. Розы такие большие. Это не гавайский цветок. Ні, це рози. Це не гавайський цвіток. Да, це рози. Очень красива юбка. Вот кофточка така блестяща. А що камушок? Так видно? А, зараз, щоб камушки було видно. А чого їх не видно на відео? Ну, камушки. А, є там камушки чуть-чуть. А, вот камушки, да. Сьогодні наші іменинниці 16 років. Або 25, скажімо. Дуже велика арифметика. 25 добавить сколько? Ой, ну это много. А сколько надо добавить? Ще добавити? Я не знаю, так считать. 25. 25 добавить 60, друзья. Сколько у нашей именинницы сегодня? Да, немало. Вот так наши женщины 85 лет так выглядят, видите? Не то, что там наши бедные бабки уже в такие времена год. Года умирают. А тут еще вот как наряжаются, как красиво, как в Голливуде. Это моего мужа мама. У меня была очень хорошая свекровь. А если меня мой муж слышит, Корбут, я хвалила тут твою маму. Она была моей первой свекровью, она была очень ко мне добрая. И на старости лет мне тоже попалась очень добрая свекровь. Спасибо. Еще лучше, чем первая. Вот. Мне со свекровами повезло, друзья. Вот так мы празднуем сегодня день рождения. Ой, музыку забыли включить. Сейчас продолжим. Это мой муж включил своей маме такое поздравление. Я не знаю, кто это поет. Олег, улыбайся. Это наша именинница. Сладкий стол. Тортик. Это гавайские орешки, это мексиканские. Это бразильские. Бразильские, друзья, это тоже орешки в шоколаде. Это муж все покупает. Это муж принес такие розочки от своей мамы. Это все муж покупает. Вот эти все сладости муж покупает. Это засушенная дыня. Рахат лукум. Вот. Рахат лукум. Еще раз скажи. Рахат лукум.
Вы поняли, да? Мы любим к чаю такие сушки. Оно узбекское. Я не рассказывала, рассказывала. Но я так представляла, что с арахат-лакум. Ландыши у нас. Расцвели. Так, еще раз днем рождения. Ой, цветочки красивые. Здоровья, счастья и любви. Пусть исполнятся все все желания твои. Нашей маме 85. Ну, можно сказать, 25. С днем рождения. Хочу тебя поздравить я. С днем рождения. Прощай, лучшие друзья. И желаем здоровья, счастья и любви. Пусть исполнятся все все желания твои. Хочу тебя поздравить я. С днем рождения. Лишь я и лучшие друзья. И желаем здоровья, счастья и любви. Пусть исполнятся все все желания твои. И желаем здоровья, счастья и любви. Олеся, нажми на стоп. Олежа поздравляет свою маму с днем рождения. Немало весен, зим и лет, с тех пор, как ты узнала. Ну и я тоже поздравляю. Прошло над миром этим полным суеты. А, христианская, окей. Мгновениями года исчезают без следа. В бездонной вечности и снова старше ты. Как славно было при весне, ну вот мечты забылись не все, и небо плакало с тобой немало раз. Гремели грозы, шли дожди, кто и ты просила подожди, молилась Господу видение на показ. Бог отвечал твоей мольбе, и становилось вновь в тебе. Намного легче, и ты славила его. Слагая Hello, Beauty. О милости, о любви. Hello, Beauty. Господней милости, Hi. Что ценней всего. Hello, hello, hello. Одни летят, летят вперед, как из тюрьмы, из рода в род. И ты теряла на пути своих родных. Их вечность приняла. И то муж своей маме такое, праздник такой устроил. Свету музыку такую включил. И песню такую нашел. Вот. И тортик. Это все муж приготовил сам. Вот это все он купил. Ну, он это все купил, да? Позаботился, поехал в магазин. И именинница, мама его именинница. А, вчера, да.
вчера поехал, да, купил подарочков там. Цветы, подарки. Все, что мог. Цветы, конфеты, халву, что там еще. Все, что мама любит, он понемножку всего купил и отвез маме. Ведь чудо же, что ты жива, что благодарности слова. Слагать ему молитву можешь и произносить, как драгоценный фимиам. Вот муж еще купил такое замороженное мороженое. А, оно же есть, да? Даже мороженое есть. Дай Бог тебе все. Так, еще меня надо сфоткать. Это я. Это мы с мужем. Hello. Всем привет. Hello, hello. How are you guys? We love you. Ну, сделай нам кофеёк. Муж тут пирует себе, возле компьютера. Вместо аквариума у меня цветочки, друзья. Все рыбки поумирали 2 дня назад. Все. Красивые подарки. Вот как поют. Ой, муженек меня кофейком угощает. Thank you. Я люблю такое кофе со сливками. Алис, покажи сливки. Любим такие сливки, кофе. А кофе, дай кофе. Готов. Друзья, мы любим такое кофе. Это зерен ячменя. Это зерен ячменя, смотрите. И я люблю такое кофе тоже, то муж покупает, это мексиканское. У меня от него изжога не печет, а от других печет изжога. У нас много сортов кофе. Колумбийская.
А для меня шоколадные смерти одинаковые. А, муж говорит, что это кофе колумбийское. Колумбия. А я думала, это мексиканское. Вот, написано Колумбия. Оно очень, от него изжога не печет, друзья. У нас есть кофе, который мы кипятим, разные есть. Ой, мороженое такое. Олеж, я не хочу, давай маме. Муженек, thank you, я не хочу, угощай маму и себя. Так мы празднуем сегодня маме день рождения. По-домашнему. То муж поздравляет маму с днем рождения. Вот муженек сидит, поздравляет свою маму. Пошли, маму поздравляю. Поздравляю мамулю с днем рождения. Ну, это не те картинки, розовые те. Ну, картинки, да, еще. Красота, да? Наша именинница. И мне сильно юбка нравится. Наша мама приходит к нам по воскресеньям и всегда в другой одежде. Придется все юбки у нее выпрашивать. Одна лучше другой. Оля, держи. А, ладно. Я же забыла, я потом поставлю. Это же очень важно, забыла. Порточку, хочу тебя поздравить я. Вино там, саппорточку. С днем рождения, лишь я и лучшие друзья. И желаем здоровья, счастья и любви. Пусть исполнится все желания твои. И желаем.
желаем здоровья, счастья и любви. Пусть исполнятся все желания твои. Пусть исполнятся. Это Лескина мама и брат. Та сама Елена Вальмер. День рождения твоего настал сегодня, и ровно на год старше ты. А мы записали, когда мы розы были. Да, Леза. Днем рождения! Душа твоя покой Христе всегда находит. Сто тысяч раз дороже это, чем цветы. Желаю тебе, конечно же, здоровья, духовной силы и телесных много лет. Поздравления вам! Год один снова прошел.
рождении один подошел. Достань эту картину, достань. Сколько же лет тебе будешь считать? Да. Небо за нас на земле, но вечную молодость каждый не мечтает лучшим подарком себе. Молодость вечная только на небе, там мы не будем стареть, не будем нуждаться в воде мы и в хлебе, там вновь не дано умереть. Ты мой муж, ты его мама, это его брат. Он недавно погиб. Теперь у мамы остался только один сын. Мой муж. Они ездили недавно в Канаду, на Украину вместе ездили. И от Христа не отпасть. Снова рождение день. Это дата нам говорит вновь и вновь, что годы проходят, притом без возврата, лишь остается любовь, любовь, что превыше всего в мироздании. Что прекрасней всего, Вер. В ней жизнь, она наша. Ну, иногда, если мы, а, мы... С тобою проведаем, да, с ней нет ничего. Да это Христос Иисус, Искупитель, живой и единственный Бог. Он нашей души возрожденный водитель, благословений поток. Да будет тебе такая радости много во вновь в предстоящем году. По воле всесиленного, вечного Бога, при всех у врагов на виду. Сколько же лет тебе, годы считает небо за нас на земле, но вечную молодость мечтает лучшим подарком себе. Еще раз с днем рождения! Это у меня такие розы у дома растут. Да, у мамы не только помидоры, огурцы и персики, то, что я снимала, а даже такие розочки, они очень пахнут. Да. Это мама нам принесла. Мы дома еще какие цветочки там, гвоздики. Много, да. Но это дома, а это я у сына с невесткой. Поэтому... Да, поставим в вазочку. Как пахнет сильно.
Ой, вже впадають по лісточки. Як я принесла цей корешок до мої. А Марія каже, де ти на дорозі знайшла? Ага. Я посадила, я тебе любуюсь, скажу. А, все, Оліна. На чашечки весом.